Я знаю, что некоторых беспокоит разработки ClearGenix. Но фрекинг дает работу. Звонили насчет тела? Я родилась здесь. И дай бог, умру здесь. Надеюсь, не в ближайшее время. Где ты это взяла? Если ты что-то знаешь, расскажи. То, что было мертво, теперь оживает. Смерть уже не конец. Мертвое мертво. Что с тобой случилось? Мертвецы, они оживают. Выборы мэра разделили город. У меня куча вызовов. Насилие, нападение. Как будто уже настал конец света. А мы даже не знаем, что происходит. Мэр, послушайте. Послушайте, кто-нибудь. Они здесь. Это происходит повсюду. Они убьют нас. А если нет? Рискнем. Ты видел, что с людьми? Хочешь, чтобы так было везде? Это не остановить. Это чудо. ClearGenix скрывает шахты. Мы не успеем сбежать. Нужно сообщить. И что сказать? Чертов апокалипсис. Ну все, будем драться. Я крут, как Дэдпул. Где они? Идем. Папа? А что, если есть лекарства? Что, если это временно? Надо помочь им, а не уничтожать. Неужели мы те, кто убьет близких лишь из страха? Выжить. Скорее, газуй! Проще. Почему мы так яростно боремся за жизнь? Без. Нам срочно нужна подмога. Мы им нужны. Мозгов. Поцелуйте мой обвисший зад. День мертвецов. Всем привет. Что вы сделали с моим дедом?